Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием YouTubers Live. В прошлой серии мы наконец-то купили себе нормальный компьютер. Теперь я надеюсь, он не будет так быстро ломаться. Давайте посмотрим, что у нас там в топе, и начнем делать видосы снова. Так, 8-бит cookies все еще в топе, точнее куки. Так, давайте тогда сразу же записывать видос. Так, сейчас посмотрим только статистику, немножко подзабыл. Так, прохождение. А, мы уже начали записывать прохождение, да. Отсняли 3 геймплейчика, все, я вспомнил. Значит, будем снимать вторую серию прохождения. Так, новое видео. Пока что игра популярна, так что нужно снимать прохождение. Поехали. Еще у нас там какая-то презентация, по-моему, планировалась. Так, убираем конфигурацию, прохождение, 60 FPS. Ну, все по стандарту, в общем. FPS 2, или ну, лучше 4К. Все, нажимаем далее. Давайте сейчас запишем, смонтируем. И потом посмотрим, что там по календарю. Так, запись началась. Начнем с танца. Опять, блин, видите, карточка с авторским правом. Вот это уже не очень хорошо. Так, есть несколько минут для старта. Давайте сарказм. Тут больше ничего не остается. Дальше у нас прошел сложное испытание. Так, ну тут явный, да, выбор. Потому что с авторским правом карточку я вообще использовать не буду. Какой смысл, вообще не понимаю в этом. Так, загрузочный экран с подсказкой. Давайте скажем что-то, наверное, не в тему. Хоть сценарий прибавим немножко. И, по-моему, это уже конец. А, нет, это предпоследний кадр. Так, ну вот здесь вот только можно вставить чье-то авторское видео. Но мы, наверное, скажем что-нибудь серьезное. Или вообще просто пропустим. Давайте пропустим этот отрезок. Так, вот, кстати, презентация началась. Давайте пропустим этот отрезок и вообще не будем его вставлять при монтаже. Так, открыл достижение. А, блин, еще один такой же отрезок. Хреново. Ну ладно, давайте скажем что-то серьезное или несерьезное. Отображается результат игры, но здесь мы ничего уже не можем сделать. Возможно, надо было скипнуть и тот экран тоже. И вот в конце нам бы, наверное, хватило на концовку с логотипом экрана. Это было бы лучше. Ну ладно, давайте заниматься монтажом и рендером. Как-нибудь вот так, вот так. Ну, что-то не очень получилось. Ну, хотя всего лишь одна стрелочка. Можно тогда, конечно, убрать вот этот вот отрезок. Особо-то ничего не изменится, на самом деле. А, нет, изменится, да. Ну, тогда, наверное, оставим. Хоть он и пустой, но тем не менее. Надеюсь, от этого видео дерьмовым совсем не станет. Так, из-за того, что мы купили новую версию премьера, у нас теперь тут есть куча эффектов. Давайте закадровую музыку. Затемнение какое-нибудь сейчас заюзаем. Давайте мягкий фокус, цвет. Вот, 3, нормально, да? 2 поинта еще осталось, но уже ни на что не хватит. Как минимум нужно 4 поинта, так что... Думаю, видос более-менее просмотров наберет. Блин, кстати, мы спать сильно хотим, вот это уже плохо. Потому что нам сейчас нужно отправляться на презентацию. А мы не выспавшись. Так, ну-ка, а спать я не могу теперь никак, а может отменить презентацию? Да, наверное, мы, к сожалению, не пойдем на презентацию, ну потому что я там упаду и помру как-нибудь. Не знаю, не читая, что ты подтвердил. Будем надеяться, что я ничего супер плохого не сделал. Так, восторженно крикнуть, новая карточка. До 13 уровня далеко, давайте тогда поедим, может быть, поработаем. Хотя видос уже залился, надо, наверное, дальше снимать, пока еще игра популярная. Давайте тогда поедим. У нас уже была какая-то еда или уже вся закончилась? Так, вода, энергетический напиток еще есть. Но это не очень. Не очень зайдет. Давайте еще хлебом заедим. Энергетический напиток. Как бы это ни звучало. И тут же запишем еще одно видео. Опять же, прохождение по 8-бит cookies. Так, прохождение, поехали. Пока игра заходит, нужно снимать. Да-да-да, тут все нормально. Нужно придумать, кстати, на что мы будем копить. Потому что у нас уже 200 баксов. 100 из них уйдут на аренду квартиры, а 100 у нас останется. Я бы, конечно, купил билет на какую-нибудь тусу, но пока что тус никаких не предвидится. Так, всем привет здесь. Тем временем видос уже заработал 40 баксов. Неплохо, неплохо. Так, загрузочный экран с подсказкой. Можно сказать, что-то злое, но мы очень много поинтов потратим. Но выбора тут нету. Придется все-таки сказать что-то злое. Так, интерактивный загрузочный экран. Вот опять сейчас потратим кучу поинтов. Уже 11 поинтов. Уже, наверное, вообще ни на что не хватит.
Так, ну здесь мы вообще ничего не можем сделать. Ну, наверное, этот отрезок мы пропустим. Жалко, нет кнопки пропустить. Обязательно нужно ждать, пока время пройдет. Вот видите. Тем временем наш видос 8000 уже просмотров. 70-80 баксов, отлично. 74 подписчиков. Скоро, кстати, уже 100 тысяч подписчиков будет. И мы будем, наверное, подключаться к партнерской программе. Так, умираешь на месте, не можешь это остановить. Вот тут мы уже можем выбрать, например, обрадоваться произошедшему. Так, и предпоследний отрезок. Принцесса была похищена в очередной раз. У нас что, комп сломался? Да, похоже, у нас комп сломался, но это жесть какая-то. Так, ну тут все хорошо, конечно, с видосом, но, блин, мы не успеем, наверное, его зарендерить. Так все хорошо было. Так, давайте как-нибудь постараемся. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Блин, не знаю даже. Вот так, вот так. Дерьмово, конечно, получилось. Может быть, вот так. Или лучше вот так. К сожалению, не успеваю отредактировать. Не успеваю собрать все эти пазлы. Поэтому мы будем просто так накидывать. Куча стрелочек, конечно, красных. Но, блин, у меня комп опять сломался. Что такое? Он даже дня, по-моему, не прожил нормально. Так, ладно, публикуем. Тут же тогда заказываем мастера. Блин, а комп-то дорого стоит. Так, приглашение на ивент. Опять очередной. Так, какой-то Infinity X Dungeon. Представляют? На Sony PlayStation 3. Ну ладно, давайте. Заказываем мастера. Тогда пока что пойдем поработаем. Пока у нас все нормально по еде. И по бодрости. Но это жесть, конечно. Я возлагал огромные просто надежды на этот компьютер. Потому что он один из самых дорогих. Он, по-моему, предпоследний. Так, опять новая карточка. Хоть денег нормально у нас. Может, скоро будем уже опять менять компьютер. Чё-то быстро он ломается. А сколько замена стоит? Может, теперь замена стоит 200 баксов, а не 100? Ну, замену мы не можем посмотреть. Опять лысый ублюдок пришел. Так, новый заказ доступен. Ну, это вот сходить на презентацию. Так, ладно, давайте поспим, значит, пока там заливается видос. Поспим, поедим. Нужно, наверное, тогда купить еду. Давайте купим еду. И потом будем снова снимать. Сколько там предыдущий, кстати, ролик набрал? Давайте взглянем. Так, 117 кусков. Кстати, рекорд. Неплохо. 107 баксов мы заработали. Правда, дизлайков много. Хотя у нас и предыдущие ролики много дизлайков собирали. Так что, я думаю, это не так обидно будет. Так, ну что, мы покупаем еду. Давайте закупимся едой. На этот раз побольше. Сэндвичей на 10 баксов можно купить. Так, теперь салатик, наверное, безалкогольных пару напитков. Спагетти можно купить, бургер. Так, тележка уже заполнена. Ну ладно, тогда на 32 баксов мы все это покупаем дело. 32 баксов сейчас для нас не так уж много. Так, мы вроде заплатили за жилье. Будем на это надеяться. Там было какое-то уведомление, но я не успел посмотреть. Так, давайте теперь поедим. Когда там у нас презентация? 2 августа. Завтра презентация, так что нужно отоспаться, отъесться. Так, давайте водой запьем еще. Чуть-чуть, чтобы подбавить. И пойдем, наверное, снимать. Да, пойдем снимать опять ролик. Давайте тогда взглянем. До сих пор ли популярна эта игра? Если да, или даже она там на третьем где-то месте, то будем продолжать снимать прохождение. Да, я как раз практически точно угадал, на третьем месте она. Ну, я думаю, еще можно поснимать. Так что давайте продолжать новое видео. А, нет, погодите, уже презентация. Ну ладно, тогда отправляемся на презентацию. А потом уже после пойдем снимать видос. Мы вроде не открыли никакой новой одежды. Или штаны, по-моему, новые какие-то. Ну ладно, неважно, давайте какую-нибудь футболку напялим, которую мы еще ни разу не одевали. Ну, какую-нибудь вот такую розовую. Все, погнали. Сейчас опять же такая же презентация будет. Я думаю, ничего здесь не изменилось. Ну ладно, зато мы получаем за это опыт. А это главное. Так как эта баба с синими, даже фиолетовыми волосами какую-то конфетную игру представляет. Ну-ка. Добро пожаловать на презентацию, бла-бла-бла. Жалко, все это пропустить нельзя, потому что, ну, все это мы по 100 раз слышали, только название изменяется и жанры. Эта казуальная игра будет выпущена на PlayStation, Play Studios, как она тут называется, 3. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Жалко, нам не раздают игры еще эти. Так, ну, надеюсь, что оценки будут высокие. Бру-бру-бру. Вы сами это слышите. Ну, давай, блин, короче.
4 августа за 12.99. Ну, хоть цена приемлемая на этот раз. 83 тысячи подписчиков у нас, кстати. Все, все. Да-да-да. Хлоп-хлоп-хлоп. Я ухожу. Жалко, даже еды никакой. Было бы, конечно, идеально, если бы игру давали. Возможно, на будущих презентациях будут давать игру. Так. Тут Дикси нету, да? Опять все старые чуваки. Армани вот это вот бабище. Так что мы отсюда, наверное, уходим. Общаться мы тут ни с кем не будем. А, вот смотрите, можно фотку сделать. Ну-ка. Все. И что это дало? Окей, это ничего не дало. Но может мы выполним какое-то задание. Можно, конечно, блок поснимать, но блок вообще ничего мне не дал. В прошлый раз его снял. По-моему, он вообще 2000 просмотров заработал. Это полный отстой. Так, и тут же приглашение на еще один ивент. Ну, опять принимаем. Опыт не помешает, конечно. Смотрите, мы уже практически 13 уровня. Так, ну и давайте снимать. Интерактивный загрузочный экран. Тут опять сарказм. Ну, потому что не буду же я вставлять с авторским правом опять карточку. Так, и здесь мы обрадуемся произошедшему. Принцесса была похищена в очередной раз, и мы обрадовались. Класс, сюжетный поворот. И тут опять концовка у нас. Да уж, странное видео, конечно, получилось. Ну ладно, давайте монтировать. Что-то по монтажу опять, конечно, так себе получается. Что-то совсем даже плохо. Ну ладно, в принципе, у того видоса, у предыдущего видоса тоже все хреново было, но он собрал рекордное количество просмотров. Так что давайте мягкий фокус, установка цвета и какое-нибудь затемнение сделаем, или лучше закадровую музыку. Все. И, кстати, тут опять презентация началась, что-то быстро они все проходят. Давайте поставим тогда видос на обработку, а сами отправляемся на очередную презентацию. Нужно, кстати, уже прокачать уровень и так далее. Сменим опять тогда только футболку, белую, по-моему, мы не носили. Лысый, уходи отсюда. Я вообще-то ухожу. Блин, он остался один в моей комнате. Сейчас он сопрет что-нибудь обязательно. Ну, добро пожаловать на очередную презентацию, которая одинаковая. Хоть бы походить тут далее. Выход тут, давайте осмотрим здание. Добро пожаловать на презентацию Spooky Typing Train. Ну и название, конечно. Опять она бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это RPG, кстати. Для ПК. Ну, для ПК это хорошо, возможно, купим. Потому что консольки у нас нет. Можно, кстати, консольку прикупить, но я думаю, это не так уж нам пригодится. Эта консоль, вряд ли мы будем записывать видосы с консоли. У нас с ПК... Хотя, если ПК так часто ломается, можно было, конечно, прикупить консоль какой-нибудь. Если она не так часто, как комп, ломается. Давайте, наверное, прикупим какую-нибудь дешевую консоль, попробуем поснимать. Посмотрим, что из этого выйдет вообще. Да, все, презентация закончилась. Давайте еще фоточку на память сделаем и свалим уже домой. Опять одни и те же люди, так что мы спокойно проходим. Пофоткаемся сейчас сразу и благополучно свалим отсюда. Давайте тогда поспим, во-первых, потом похаваем что-нибудь и посмотрим, что там по консолям. А, еще нужно левелы всякие прокачать, карточки посмотреть тогда. Ну, давайте сейчас этим займемся, посмотрим, что за карточка. Разозлившись, критиковать. Ничего себе. Так, и съедим, наверное, хот-дог, я думаю, нормально зайдет. Так, левел прокачали, 13 уровень. Очко таланта, ну это мы все знаем, да? Новые карточки. Дополнительные поинты. Одежда какая-то, вот какая-то разблокирована вроде одежда. А где ее покупать? Не знаю, может надо где-то магазин искать. Так, дальше мы хотели хардкорщиком, по-моему, быть. Так, либо... Либо пасхальные яйца. Ты получаешь на 6% больше подписчиков за геймплей, прохождение и скоростное прохождение. Хотя, блин, и вот это вот неплохо. Ну, тут на 10% больше. Главное снимать адвенчуры, экшены, симуляторы, графические новеллы, стратегии, RPG. Давайте вот это, наверное, улучшим. Так, все. Дальше. Посмотрим комментарии. Ну, как посмотрим? Я их уже не читаю, потому что они абсолютно одинаковые. Давайте зайдем в магазин, пока видос набирает просмотры. И, возможно, сейчас мы с вами прикупим консольку какую-нибудь. Давайте посмотрим. Так, ну тут есть Nintendo Z, Nintendo Wii, PlayStation 3, стоит 600 баксов, жесть какая. Xbox. Xbox подешевле, кстати. Можно вот PlayStation 2 взять. Да, я бы взял на самом деле PlayStation 2. Телефоны, кстати, какие-то есть. Кстати, а если я телефончик
куплю себе новый. Блин, давайте телефон себе новый купим. И возможно, что-то изменится, откроются новые менюшки. Или я не знаю, что изменится. Ладно, давайте купим, посмотрим, что вообще. Что вообще будет. Поехали. Покупаем. 150 баксов всего лишь. 223 у нас осталось. Так, тем временем видос нормально собирает. Можно тогда сходить на работу тогда. Немножко поработать. Ну как немножко? 4 часа. Поработаем, пока придет наш телефон. Посмотрим, что это за телефон. Может, вот новые менюшки откроются. Будет замечательно, если так. Если не откроется, будет плохо. О, мы, кстати, на улице можем камеру перемещать. Я этого не замечал раньше. Чё-то этот телефон до сих пор не пришел. Опять лысый говнюк. Так, новая карточка. Даже не посмотрел. А, вот и телефон наш. Так, и давайте получим тогда опыт. Уже скоро 14 уровень. Смотрите, совсем немножко осталось. Так, давайте открываем. И телефончик. Так, и вот как раз нам рассказывают о функциях нового телефона. Так, и теперь мы можем пользоваться социальными сетями, наконец-то. Так, тут у нас обучалочка, похоже. Здесь мы можем читать, в общем, посты от разных людей. Вон там как раз пост про какую-то игру. Говорят, что она одна из лучших игр в текущем сезоне. Ну, видимо, мы можем вот так вот читать и подбирать игры с помощью социальных сетей. Про какие игры говорят там и так далее. И также мы можем заниматься рекламой наших видосов. Но как это сделать, я не очень понимаю. Смотрите, тут вот публикуют видосы чуваки и чувихи. Вот как-то мы тоже, наверное, будем публиковать. Ну и также можно общаться с людьми, смотреть их профили. О, кстати, Дикси. Дикси тоже, что ли, снимает? Да, Дикси тоже снимает видосы. У нас, кстати, уже все хуже и хуже с ней отношения. Нужно потом будет пригласить ее домой. Или давайте просто початимся с ней. Наш новый телефон, кстати, теперь валяется около телевизора. Но никак взаимодействовать я с ним не могу. Хотя значок соответствующий есть. Не знаю, как-то странно это все. И фотографировать, сделать селфи мы почему-то не можем. Возможно, делать селфи можно только на тусах. Скорее всего, так и есть. Да, лысый, уйди. Пошел. Все, мы пообщались с Дикси. Лысый не ушел. Не знаю, как его прогнать. Как ему нагрубить? Нельзя, блин, нагрубить людям. В Симсе можно было нагрубить. Здесь нельзя. Он сел, что-то поклацал и свалил. О, кстати, мы можем смотреть другую комнату, в которой абсолютно пусто. Ладно, на этом мы тогда закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.